Близится лето, а значит сезон отдыха в детских лагерях. В этом году будет действовать три основных направления. Лагерь с дневным пребыванием, загородный и выездной, за пределы Магаданской области. Так называемые площадки будут располагаться на базе 17 городских школ. Планируется, что посетят такие лагеря более 2000 человек. На загородный отдых приоритет у тех детей, которые не получали услугу последние 3 года. Магадану выделили квоту – более 1000 человек с родительской оплатой 20%. За пределы Колымы за счет средств субъекта по муниципальной квоте должны выехать более 250 человек. Это категории те, которые должны были еще отправиться на отдых в прошлом году, но за эпидситуацией их выезд был перенесен на 2021 год. В этом году дети будут отдыхать у нас в лагере «Юность», который располагается в Крыму, в Евпатории. Также в Магадане на базе детско-юношеского центра пройдет «Смарт-лето». Программу представят в 6 организациях – «Клевер», «Эврика», «Продвижение», «Эдельвейс», «Чайка», «Братина». Планируют привлечь 195 детей за 3 месяца. Занятость – 3-4 часа в день без питания. Кроме того, в центре «Подвиг» реализуют программу «Спорт – это жизнь» для 100 неорганизованных подростков. Также специалисты занимаются трудоустройством несовершеннолетних. В возрасте от 14 до 17 лет на период летних каникул в рамках программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Магадан». В этом году будут трудоустроены 121 подросток, 68 человек июнь, 50 человек июль и 3 человека август. Они все трудоустроены в отраслевых функциональных органах мэрии Магадана и подведомственных им учреждениях. Для трудоустройства детей установлен регламент. В приоритете многодетные и малоимущие семьи, а также сироты. Зарплата в этом году составит 18,5 тысяч рублей. Самое главное, отмечают организаторы, обеспечить безопасность детей в летний период.